Роуд Сайлз представляет. Производство Odyssey Films London, Matador Pictures и Road Movies. Теперь всем понятно, как он покраснел. Отлично. Начинаем сначала. 10 минут старинной музыки написал Пол Энглишби. 10 минут старинной музыки исполнил Хью Масекала. Режиссеры Аки Каурисмяки, Виктор Рисе, Вернер Херцог, Джим Джармуш, Уим Уэндерс, Спайк Ли, Чэнь Кайгэ. Время — это река. Непреодолимый поток всех творений. Событие попадает в поле зрения не раньше, чем его унесет в прошлое, и оно уступит место другому, которое тоже уносится прочь. Марк Аврелий. Размышления. На 10 минут старше. Труба. Аки Каурисмяки. Для собак ад не существует. Только не ложитесь опять на рельсы. Поезд опаздывал, я заснул. Когда отходит поезд на Москву? Через полчаса. Привет. Ты не был на работе. Некогда было. Дело подвернулось. Тебе? Нефть бурить в Сибири. А как же это? У нас общий бизнес. Я продам свою долю. Деньги нужны для поездки. Я много не заплачу. Я спешу. Понятно. Я поеду не один. Я хочу жениться.
Но она еще не знает об этом. Ты бросаешь все на меня ради своей страсти, ради любви. Уезжай, раз тебе надо. Я давно тебя не видела. Я избегал тебя. Почему? Потому что не решился. Я должна работать. Поедем со мной в Сибирь. Проводник, как капитан на судне, сможет нас поженить. Ты серьезно? Ты меня знаешь. Я не поеду. Почему? Потому что без кольца. Времени мало. Женщин тоже мало. Идем скорее. Два кольца. Обручальных или венчальных? Венчальных. В Сибирь.
А поточнее, Сибирь велика. К нефтяным полям. Там полно таких мест. В Иркутск. Пересадка в Москве. Поезд отходит в 9:12. Сколько билетов? 2 билета. В 3-й класс. Нет, 3-го класса. Купе или плацкартный? Купе. Сколько с меня? 700. О чем задумался? Может, сядешь рядом? Я смотрю. Куда? Там ли еще она? Кто? Родина. Родина.